Ребята, всем привет. Знакомьтесь, Дмитрий. Лада Веста, универсал 1.6, да, 16 клапан. 20, сколько пробега у тебя? 23. 23 тысячи пробега. Обратился ко мне, говорит, подвеска что-то стучит, куда бы обратиться. Я посоветовал Ладу сервис приехать. Говорю, да, доедем. Вот совместно с ним сейчас приедем. Обратились в гарантийную службу. Посмотрим, как они найдут эту причину вообще, посмотрим. И как это вообще все происходит у них. Сейчас мы стоим на мойке, нас моют, а потом поедем в цех. Нас моют. Дим, расскажи, с какой причиной поедем обращаться к дилеру? Мы поедем обращаться с причиной стука в подвеске с левой стороны, с водительской, с передней подвески. Непонятный какой-то стучок такой, неприятный. Вроде как гремыхает прямо. Узнаем, посмотрим, что скажут. Будем устранять, если это возможно. И чуть-чуть, наверное, по поводу печки, что скажут они. Потому что если печка на всю выключена, и воздух горячий. Да, если чуть-чуть убавить на 2-3 деления, то идет либо теплый, либо вообще холодный. Вот. Это уже интересно узнать. А так больше никаких вроде проблем с ней нет. Угу. Ладно, давайте подождем. Ребята, вот Сергей машину осмотрел. Вот скажи, какие нашел причины возможные? Ну, подвеску, осмотр был подвески. Как бы все, полюхтам, люфтов никаких, стабилизатор стоит нового образца, стойка стабилизатора нового образца, по шаровым, по наконечникам, никаких люфтов, все в допуске, все нормально. То есть все, что можно, мы даже протянули, да? Да, мы еще протяжку подрамника провели, и как бы сейчас можно выехать на тест и проверить поездку. Ну я понял, давайте посмотрим, попробуем. Итак, ребята, итог. Приехали с проблемой в Ладу сервис на гарантийный ремонт, посмотрели. Как выяснилось, что в принципе глобальных каких-то изменений, поломок нету в этом автомобиле. Просто сделали протяжку, убрали лед, да? Да, лед убрали и шумы. Сейчас прокатнулись, отлично стало. Шум пропал. Мы, конечно, думали, что возможно стойка, возможно шаровые какие-то. Первые ощущения такие были. Но как оказалось, просто подрамник подтянули. Ну, в основном все протянули. И стук у нас пропал. Так что, если есть желание, то можете приехать на гарантийный сюда. А так лучше, конечно, если есть яма, поднять автомобиль, самому протянуть. Если уж, конечно, что-то такое глобальное, то ехать можно. Ну все, если видос понравился, подписывайтесь, ставьте лайки. Есть что сказать? Да нет. Все, будьте здоровы, пока-пока.